время видим, начинаю загрузку вермисептика. Вы наблюдаете, насколько прост и удобен этот процесс. Поставил далеко, чтобы ветер не шумел, но зато все будет видно. Ну вот, где-то так, без многих слов и стучания по клаве. Вот мы с вами нажали и быстро загрузка листьями вермисептики. Вот сейчас я все залезу внутрь через дверь, вот там, где белое, разровняю. И можно закладывать следующий ярус вот этих ящиков. Но сначала те, которые у меня внутри стоят. Вот так это все просто и наглядно выглядит. Время у нас на это ушло. С рассказом, с показом. Было 19, сейчас 24, 5 минут. Делайте выводы. Каким способом вермитехнологии вам пользоваться.